В общем, сегодня у нас 10 марта 2019 года, 19 часов и 10 минут. В общем, сейчас буду переписывать с моего черновика на чистовик. В общем, такое это к жильцам этой площадки здесь. В общем, сейчас то, что я написала, сейчас это перепишу. В общем, дорогие жильцы, нужно как-то миленько написать. Дорогие жильцы. Значит так, рубильник черный с белой краской. Смотри выше. Не надо трогать. Он включает. Значит, так, испытай, наверное, да? Включает мой электрический. Я сокращу электрический счетчик и электрические автоматы к моей квартире. К моей квартире 92. Общественный свет. Точка. Общественный свет, который наличен на площадке. Лампа. Мы ее демонтировали от этого рубильника. Значит так, общественный свет. Лестничной площадке лампа. Лампа. Мне ее. Просто не надо мне ножку, пусть берут все. Не надо ножку. Сейчас посмотрим, как тут получается. Записывается, пишется. Ну, нормально, да? То есть здесь видно. В общем, даже не знаю, видно, что, да, в общем, видно. Ну, наверное, видно. Поспелусенька, моя красота, моя девочка. Поспелуса, не надо за ножку меня трогать. Что ты тут принесла тут? Играться? Давай-ка сюда, Поспелусенька. Играться давай сюда. Поспелуси, моя обезьяша. Это девочка обезьяся тут. Ах, это девочка обезьяся. Без когтей, я же сказала без когтей. Поспелусенька. Носи. Какой носик у Поспелусеньки? Ах, это моя обезьянка. Ах, это моя красотка. Ну, посмотрите, какая обезьянка-красотка. Это обезьянка-красотка. Просто красота. Обезьяша мурлыкает. Поспелуся. Это новая коллекция. Проспера3.ру, Поспелусенька. Не мурлыкает Поспелуса. Поспелусенька. В общем, пишем, переписываю я. Это лампа. В общем, ложись здесь рядом, в общем, переписываю. Короче, это лампа, в общем, пишется, да? Корей, которая на личной площадке, в общем, это лампа. На личной площадке лампа. Просто прекрати мне за ножку трогать. Мне ее демонтировали. Мне ее уже демонтировали. От этого рубильника.
электрик, служба. Значит так, электрик, служба. Служба. 007. Александр. Александр. При Дмитрии Егорове. При Дмитрии Егорове. Проспирусенька. Которому я несколько месяцев сдавала мою квартиру 92 по договору. Проспирусенька. За покраску. Пусть Люсенька, не надо там. Пусть Люсенька, моя девочка, моя красотка. Ах, это красота. Ох, пусть Люсенька хочет что-то погрызть. Пусть Люсенька, как же так? Пусть Люсенька, что ты теперь, аферман ты хочешь погрызть? Мою книжечку ты хочешь погрызть? Не надо здесь грызть. Пусть Люсенька. Только книжечку с аффирмациями грызть не надо. Вот. Татьяна Соломановна, Мактум, Сейфудин. Это я. Так что вот, в общем, пишу, переписываю. В общем, то, что я уже написала, переписываю то, что написала. В общем, электриком месяцев назад сдавала мою квартиру 92. Просто скажи, ты меня там царапнула. Зачем ты это делаешь? В общем, которому я несколько месяцев сдавала мою квартиру 92 по договору. За покраску моей квартиры. Так. А также при Василии Валерьевиче Обухове. Рубильник этот был сломан, не отключал мой электрический счетчик. Так, это наверное сюда куда вставить. Так, это все в скобочках напишу. За мои личные деньги. Так. За мои личные деньги. Этот рубильник, этот рубильник. Отключал и электрический счетчик.